Добрый. Рада вас видеть на канале Arachnophorps. Сегодня у нас видео о спаривании пауков-птицееда вида громостола Pulchripes. Напомню, что старое название этого вида громостола Aureus striata. В последнее время случаи разведения этого вида в СНГ редки, и небольшой дефицит на рынке на конец 2019 года имеется. Самца мы купили еще 2 года назад, и только через 2 линьки он достиг адультности. Кстати, у данного вида встречаются очень крупные адультные самцы, и размеры адультных самцов сильно различаются от очень крупных до мелких. Хотя мы и говорили о редкости разведения, громостола Pulchripes – один из самых распространенных представителей рода громостол в коллекции. И задаем их. Ну и смотрим видео о спаривании громостола Pulchripes. Как вы видите, самец спарился с самкой.
Надеюсь, данное спаривание приведет к удачному кокону, но пока говорить об этом, конечно, очень рано. Не забываем поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Всем удачи, всем пока!